Новогодний десант готовится к праздничной спецоперации. Сразу несколько десятков Дедов Морозов на тросах спустятся и буквально в воздухе поздравят маленьких пациентов детской областной больницы. Ведь никто не должен остаться без подарка. Не доли волнения, ведь на кону настоящее новогоднее чудо. Под праздничным нарядом Дедов Морозов карабин и необходимое снаряжение. Вот только из Великого Устюга на крышу их привезла не тройка белых лошадей, а желание подарить праздник тем, кто больше всего в нем нуждается. С утра хорошее настроение, отлично, в преддверии того, что вот сейчас будем спускаться к детям. Чего бы пожелали вот детишкам, которых будете поздравлять? Ну, в больнице здоровья, конечно. Здоровья, счастья, новогоднее настроение, подарков. Слова поздравления сказаны, минуты подготовки позади. И вот новогодний десант парит в воздухе. Нюша! Нюша, можешь ручкой-то что делать? Долго ждать исполнения всех пожеланий не пришлось. Дети получили и порцию новогоднего настроения, и подарки. Вручить их лично, конечно, не получилось. Сегодня меры безопасности превыше всего. Но Деды Морозы, как самые опытные волшебники, нашли способ доставить сладкие угощения. В этом им помогли коллеги из благотворительного фонда. И как врачи нам каждый год говорят, после того, как наши Дед Морозы спускаются с крыш, дети гораздо быстрее идут на поправку. Может быть чудо, может быть там эффект плацебо, не знаю. Но в целом мы будем акцию продолжать. И я надеюсь, что с каждым годом у нас будет все больше, больше, больше друзей. А в конце концов я надеюсь, что мы сможем что-нибудь придумать и детские поликлиники захватывать, и какие-то другие стационары, где тоже временно находятся ребятишки, чтобы Новый год дошел до каждого маленького человека. Когда впервые в 2017 году акция появилась в нашем регионе, десант состоял всего из 5 Дедов Морозов. Сегодня их 14. И с каждым годом желающих подарить праздник детям становится все больше. После пациентов областной детской больницы новогодний экипаж отправится в больницу на улице Сурова. Как отметили организаторы, хотелось бы охватить еще и поликлинику на Льва Толстого. Но крыша здания не приспособлена для подобных чудес. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.